только на беспонтовый, типа. Натуре. На мультика, типа. Ну, в смысле, он как раз таки скорость дает. Все. Если передать его, конечно, можно. Ты не сможешь передать, если я заберу тут. Ну что, мы Яки делаем счет? Конечно. Меня слышно вообще, блин, а? Да, я тебе говорю, не передается, ты вылезла. Фурики там, надо кому. Да. Получается, отключенный микрофон. Да я понял, у меня, потому что меня выкинуло с подземелья. Заставят, заставят, ну ты мимо, по-любому заставят. Не надо тебе хастера, зачем? Так, а Мил, это чей маг? Это Роксик. А че ты не покинул? Да, я пойду, если так и попишем на маге. Я Роксиком не пойду, магом пойду. Так и ты пошел бы этим самым магом уже и сразу вторым рейдом. Какая разница, зачем ты решил на Мила меняешь? А я вторым, это, второй рейд во фарм пойду. Ну ладно. Снайп, ты тоже с браной еще? Хуя себе. Ноги. Ай, блядь, Warcraft. А Альфитех сколько кусков? Альфи. Два. Два. Игрок не найден, ты где? Вики передам тебе. Кого сумку встречать? Кстати, а пока все тут, кто-то умеет делать на оружие это сила магии 4? Есть кто чарит? Нет. Буквы чарит. Ломов и здесь все. Люха, Стас, Гудлик, тёлка. Конечно, тут. Так, Роксайд, тебе на кого кидать? ЕП на мага или на палок? Нет, на этого, на палок. На палок кинуть, хорошо. Да, магом я просто хожу так, чтобы не скучно. Поставьте там. Реально, с такими вот успехами выбывания паладиновских токенов, мне кажется, проще вам, блядь, в РБК походить пофармить. Это да. Ну, если сейчас вот не выбью сегодня с кожаной, все, я, блядь, засяду в РБК. Последний кусок остался. Касочки раздайте. У Дефьюри тут, Драйнер курит, наверное, ушел. Припаты ФК. Сумоним, ребята. Так, а кто из луков тут дамажит лучше всех? Кому им как-нибудь? Пока Кару. На Кару тебе МКС. А мы магии друг другу не даем? Да, магия друг другу не дает. Это только паладины умеют. Да, давай лучше луков побольше дают. Тоненько, тоненько. Всё понятно. Драйнер тут? Я натурал, у меня что-то. Натурал, натурал. Натурал, натуралович? Ой, блядь. Кто знает, может, что меняет голду с X2 на X4? Есть такие знакомые у вас? Дриш меняет. Да? Да. Никита, ты меняешь эту голду? Ну, могу поменять, если. Ну, мне на X2 есть голда, я хочу сюда перекинуть. Есть такая возможность? Есть такая возможность. Ну, что-то да. Блин, Каро, ты где? Не вижу тебя. Я там в субботу на Гудран схожу, в субботу, воскресенье, вот я потом тебе пришел. Краски бафните. Все, давайте в баф полетим. Вроде все тут. Крипаты здесь. Жрать поставите рыбку. Драйнер. Все, все.
Сейчас я другой возьму руби. Давайте, ребята, до окончания трека мы должны пройти 11, там полтора часа идет. Да, за час сейчас убьем. 20 минут мы должны принести 11. Все, я запускаю глаза. Кушайте пока. Фласочки перепейте, пожалуйста. Обычно хотя бы алкашник. Не требую алкашник сейчас. Кстати, надо сейчас масло можно будет настроить. Они же бафы отображаются. Вот. В этом самом ладони. Добро пожаловать, герой. Кто первый получит? Да, я первый получу. А вот ты в танке хоть? Да, вижу. Вот заберешь стоячую, которая будет стоять, я эту двигающую заберу. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель. Вообще не понимаю, что здесь делать. Твои чудовища не чета героев. Бегай. А кто не знает, мы в центр ставим босса этого. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, забыл хребет здесь проверить, как там собрал будет. Уже аккуратно. Чувак? Что там лагает? Забирай его. Хорошо, здесь на меня бот кинь, пожалуйста. На Бьерна. Уже аккуратно. Так, со сноубольтами все под боссом, да? Все, я вижу. Эти снова. Так, я эту заберу сейчас сюда. Так, а тут рейндж 10 держать надо или нет? Да, рейндж 10 держать. 3, 2, 1. Выписали рейндж 10, ребята, смотрим за... Максимум один человек разрешает, чтобы был у нас уже. Размораживаем Мелизон, но Мелики стоит сейчас от него большого. И от него очистки. Размораживаем. Чика, залей. Забери его, Войт. Я заберу этого. Уже аккуратненько. Мелики, массаку дайте массаж на ладонь. Быстрее, дефы прожмите.
Зеленки подавайте до кашки. Не подходите, пока не стакайтесь с мигузом. Так, вот заберешь босса, у меня кинется эту хуйню, кстати. Лужу выложу. А, ты же ты сам это, да? Не это. Попутал их. Милики, немножко ли правее станьте босса? Уже пострастет. А вы добили вы ее? Я думал, добили. Мало дамажится что-то. Он тут стоит, дурачок. Стакните себе по щит, пожалуйста, Ардински. Где его лицо? Кастер. Аспект может... А, на сконтур не так. Тут ускорение дается. От черепа здесь смотрим на ком. Отходим сразу. Кто не врезался? Кого он врезался, никому? А не, кого не врезался с землей? Готовьте фридом. Он, блядь, заебал. Кто? Пуч. Ты же не вредителем будешь. Да. Он в долбсит играет. Смотрим, где череп. Видите разум с черепа? Подошли сразу, в бок уходим. Прожимки сдали, выбили. Не, не выбили, наверное. Еще одно зарезание будет. Локи скинули агро. Как с фридом правильно получается работает? Он дается фридом на цель, которая смотрит, где снимается эта хуйня, да, получается? Да. Я, кстати, нет, пробовал. Нет, не так. Просто куда он дует, если ты под этим действием, ты просто сам на себя кидаешь, и он это... скидывается. Почему? Не. У нас у всех фридумы, они через макрос, вот, и он кидает на цели, то есть. А хорошо, а если ты фридумчик, если ты заморожен, ты можешь убрать фридум? Ты просто сам по себе даешь и все, и он сбрасывается. Единственная проблема может быть в том, короче, по-моему, как я понял, то что если чел, на которого он смотрит далеко, то фридум. Бля, чему так больно бьет нахуй? Это совершенно какое-то непонятное, блин. Болющее. Пиздец, ты как будто не латник, а тряпка. Ну. Вор не там. Сейчас посмотрим, как запоете на Мараглине хуйня, блядь. Где вару танки надо, Ты хуй представляешь, когда это будет? Да, нахуй. Через 6 лет. Там уже X5 выйдет, уже там будет врываться. Максимасе, блядь. Никуда не пойду больше. Встал. Чат по-новому, все это. Ну нахер. Парола даю просто, это химия.
Так. Короче, кольчуга это проводом. Говно шмотка. Это ЗКП. Друиды. Ваши. Плащик друиды. Хилы приори вам. Отдай шмотку кому-нибудь. Кого? С босса. Ну, на распыл сейчас возьму. А, кожа. Что, можешь запустить пока? Да, запускай. Сейчас я попробую хребетик вот здесь сейчас подмажить в танке. Готовьтесь к бою. Потом там откуда ни возьмись ПВП шмот берется, потом понятно, почему Саню пробивают. Блядь, чтобы ты понимал, у меня в сумке, блядь, свободных мест вообще нет. У меня разные типы. У меня ПВП шмот, у меня шмот с блоком. У меня химия вся, всякие чарки, блядь, там на голову разных типов этих самых магии, школы там, сопротивления. Что там еще у меня тут, блядь? Вообще пиздец. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ну, сука, если с него сейчас ватные ноги не выпадут, блин. Пойду друида удалять. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным вилкой! Так, лок, который под ником Лаун, Лаурина. Короче, решаю вопрос. Чтобы через 2 РТ я прихожу, чтобы у тебя был ДПС минимум 9000. Ну, вот этим я и занимаюсь сейчас. Давай. Ну ладно, 8500, как вот на Накс контенте, вот локи хорошие, 8500 давали. Хуево, блядь. Это, Саня, твоя музыка играет? Ну это самое. Бот. Не, ну ты же запустил, не? Ну. А я транс ввел, да. То сижу как придурок тут головой качаю. Лок, надо бегать вообще там. Скажи, ты еще тактики не знаешь тут. Бля. А я знаю, как будто, блядь. А было в любой непонятной ситуации, беги. Череп захилить. Где Фюрика там, на той стороне есть что? Да я захилю. Я метки прохилю сову. Сейчас инфернал будет. Кару захилю. На инферналчика каст стаки на больше. На финальчика каждый лоб по бану. Один финал оставится. Это получается первого бан, второго бан. Где там второй вылез? Пламя, чики вышел. Милики вышли. Там лужа. Заливайте всех этих големов сначала. Всех големов сочнулись. Одного голема можете отпустить, в принципе. Право голема залез. Все, Локи, опускайте всех големов. Да. Вот, я пошел нахуй, и, в принципе, вардов-то я и не увидел. Понятно. Понятно, это иди нахуй, ты психованный, блядь, долбоёб. Блять, жизнь боль, да. Да, вы ворду. Поняли то, что я сказал, понятно, он такое чувство, как будто это мне было адресовано.
Приблизи эфизод. Руслан, ты пробежала. Да. Как зла. Ёба, пидорасы, блядь, на саппорте. Стэки, помогите снять. Не гони на спорт. Мне же так же тяжело. Натуре. Всякие рубизеры хуесосят постоянно. О, бро. Милики горят, а мне спорт горят. А есть стимер, помогу милому? Ни хрена себе. Кому? Кому? Никому не надо. Локи просто бан. Големов просто играет. Да, дали бы чё, пусть подумаешь. Нет, он будет бан кинуть, подумаешь. Инер, по кому? Сумагу. Да чё? Ты беги, милая, не стой. Не, мне не надо. Бан, это знаете, Динамо ешь этот крат под мизоны. Нихера себе, Лок, я почти тебя догнал по ДПСу. Сколько ты? Меня на 450 тысяч даже погнал. Да сука, блин. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. А приговор здесь падает или нет? Так, при получении. Мельзона шея. Порога, да. Не буду закопаливать. Поезд хороший. Если не надо, дай шею, я, может, на этот возьму. На успех, когда-нибудь. Кого, шею? Да, если никому не надо, там. Так, у нас еще карась выкинул на шею. Дам прошечку. Нет, если... Дай карасю. Я тебя уже скинул. А буломорфа забирает пояс. Карась тебе надо шею, не? Левая рука, метка скрит. За 500 голды отдам тебе. Надо? На, держи. Да нет, что-то. Беру. Рулим. Да. Это такое дело, блять. Мне этот пояс нахуй не нужен. Давай мне на всех заберу. Давай. На ПВП попищусь. А там мастерство, да? Да. Да не надо. Давай мне на распутку возьму. Где ты, блять, тебя найти не могу. Я у босса сейчас, подожди. Так, кто нас ролил? 37 драйнер. Дайте оптик. Запусти, пожалуйста, босса. Карасю, убеги оттуда. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Так, сколько у нас? 2ДК. Так, прошочек крути, да, меня будешь хилить там. Бегать туда-сюда будешь. Да? Оскорблять орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Так, рец стоит тут. Так. Попал ко мне. Так, товарищи тряпки, чтобы за деревяшку вообще прижмитесь в щит,
Да, вот Алясанский. И там стойте, никуда не уходите. У тебя сколько брони сейчас? У меня... 18 тысяч. Угу. Так, опасных меток помещаю трусы. Опасно у нас будет печенье. Квадрат. Там лейнг, походу, да? Я не вижу, где там маршам. Да. Так, у Иретрик еще у них луна. Так, рога у нас. Давай, короче, клешни ты у нас, соответственно, рога. Сбиваешь ему только адское пламя. Он будет кастовать. Ну и там, по возможности, шадо болты. А нет, это Таршам, да. Нет, да, Таршам. Угу. Так, у них Ретрик, так что... У них, блядь, 5 миликов, так что опасно очень будет. Хапал, так что готов мне там жопу хилить жестко. Так, первый бьем череп. Как бьете череп, любой маг, у нас либо мил, либо фейка, киньте крест в овечку. Либо там в лягушку, не знаю. Главное, чтобы она не пиздила, она очень больно бьет. Паладины в рейде раскинули все ауры на защиту магии огня и лед. Так, что еще тут? Все, больше опасных у них нету. Так, Лауренга не буду ставить. Короче, Кару, ответственный за дерево. Если дерево идет к нам в рейд, к вам, то есть, кидаешь банфир. Хотя, подожди, Лауренанг тут или нет? Да, 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 конечно. Банфир умеет давать? Да. Брать умеешь? Да. Дерево видишь? Когда к нам подойдет, ты ни в коем случае не покидай свою позицию. Если к нам друид подошел вражеский, ты кидаешь его в фир, фир слетел, бан обновишь, все. Бан, потом фир. Потом опять бан, и фиры пошли. Все, ДК первый, значит, хрипа, ты тянешь череп, приеду. Немножко рейд, станьте левее немножко. Вот туда будете бить. Левее, не правее, а левее. Весь рейд притусовался в левее, станьте. Вот здесь стоит, вот где хрипаты вот стоит. Метка. Вот видите, где хрипаты стоит? Туда станьте. Абдулай, блядь. Все. Хрипаты вперед. Сейчас будет. Я первую пульну, я сначала, а потом ты сразу гриппы давай. Все, ты не подходи близко ко мне, Олег. Я в курсе. Добавим пул. Если есть бронепот, выпей, Павел. 4, 3, у меня есть. 2, выпивай, пуляю. Тяни. Блять, трусы нахуй. Оставались. Ну, нам трусы надо. Так, трусы надо бы законтролить. Да, еще не пульнули или пульнули? Геру. Дулат, я тебя сейчас поменяю просто кибени фени. Трусы контрольте. Главное, трусы контрольте. Ферните, там, не знаю. Кинроки на тебе будут это самое. Крест в рейд полежал. Вы крестик быстренько в овечку. Крест в овечку. Фейка, прячься. Уже. Не спальте. Все. Так, на метре милика. Главное, держите это самое. Владифюри, кинешь Берку еще. Блять. Кару, ты ответственно сейчас за рейд хила. Кидай фербан. Я могу встать. Вставай. Лишь бы не лечь сразу. Рогу, главное, контрольте сейчас, пофряйте его рогу там. Потом сразу в крест, потом трусы играем. Череп добейте сначала. Не флуди, пожалуйста, лишний флуди надо. Все, играйте в трусы, вижу, крест ушел. Трусы играем. Попал, держи, я встану. Крест еще раз, встаните. Крас, БР, дрыща. Милый, дайте по-милому боб. По-милому боб дали. Играем все в крестик. Трусы. Ой, в трусы, то есть. Трусы бьем. Перепутал. Крас, Берд, дыща. Давай я там. Я за тебя помню. Давай. Кто там сказал? Я давай. Чики, ты, по-моему. Все. Лауренанг, СС под еще дай. Я СС себя вложил, что я знаю, что лягу. И меня сейчас опять могут положить. Любой лог киньте по СС под еще. Ай. Все, надо. Что там с усами? Живу я еще? Да, половина. Блять, диспетч. Крестик, еще раз контрол обновите. А, там еще печенька, ёб твою мать. Печеньку и контрольте. Потом в крестик сыграете, потом после креста печеньку бейте.
быстрее. Фотки снимайте. Хилов еще раз расконтролите там. Вары в Мосфиле раздайте. Я, короче, частицу не буду на себя диспылят. А кто диспылился? Не, не, а, там собака диспылила. Все, можешь кидать. Кого бьем? Крест. Повару дайте дизарм. Повару дизарм дайте в печеньку. Все. Держите печеньку. Любой милик сейчас возьмите, затаунтите печеньку, отведите трейлер. Я попробую перетаунтить его. У нас медиков овер до хера. Давайте. Тащите. Просто отгрипать сюда ко мне. Остальные все бейте сейчас крестик. Мага. Близко подходите к центру. Нормально, это зона не агрессивно. Я могу станут на себе еще. Давай. Станут на себя. Везет. Все. Приспись мне кого. Могу еще раз кинуть. Давай, там вот. Все, на меня. Супер. Мы можем пока где-то так делать с тобой, если будет бегать. А все, он уже точно сорвется. А, слышно, нет? Да, слышно. Дуат, еще раз вылетишь, я тебя поменяю просто. Ты заебал, я понял, сейчас на роты. Ты на каждом боссе, блядь, вылетаешь. На каждом просто. Ну, это я знаю, и карась, блядь, сейчас мы сделаем, короче. Убери крест. Нет еще. После крестика в ромбике играется. Идеальный БР по Лаурина. Там КД его идеально. У него КД. А, да, вижу. Ладно, мне надо БР давать. Просто без вопросов. Ромбик. Да. Че там, хилы остались? Да, ромбики хилов. Хилов сольем, потом будем миликов играть потихоньку. Идем. Потом сыграете потом в шамана их него. Походу. Диспал. Капельку тебе дал. Так, шамана, потом после шамана, потом у них там еще приз, по-моему, хил. Потом приз заливается. Дерево в последнюю очередь. Карась вылетел, блядь. Заебали, блядь. Они вместе там говорил, дуэт. Да, они вместе сидят, у них там с интернетом беда. Я говорю, сейчас роутер переставляем. 30 секунд. Так, сундук никто не лутается, надо, чтобы они зашли. Да там вряд ли так. Нам что-то нужно. ДК, вытягивайте печеньку в рейд. Чтоб три их не сорвали сразу. Вообще так вот. Все, печеньку в рейд кидайте. Там мы еще дронку не убили. Кого? Друида? Ну ничего страшного. Убьете друида, потом вару. Вару там зарм стану, давайте. Милики пока ты там. Там репал. Все, там двоих осталось, да? Всех убили там? Там друид еще. А, друид это лейте, да.
Ну, по идее, исправили все. Все, веду двоих в лид. Бить сначала, наверное, квадратик, потому что... Верно, БР нету? Нет, лежи, отдыхай. Не будем тратить, пока не трогаться. Дыхай, грипаните его ночью, да? Я потом ничего не делаю. И на кого срывается луна, в мини-зону бегите. Удобнее было бить. Пока да, таунтите его, и все, он будет бегать, не будет бить. Не фирять его, не надо фирять. Чтоб клиф получал он. Там его есть ниже на 90%. Ну что, заходить? Заходите, кстати, пока не лутать. Готовы лутать? Все вижу. Ух ты. Ух. Хватай, Бьерн, хватай. Конечно, конечно. Готов? Так, блядь, не могу никого, 40 секунд, ждем. Тринку никто не забирает, я ее, получается, на мой спек, ее забираю себе. Собственно, нахер не надо. ГПС я начитал, у меня мут пока еще 30 секунд. На трофеи выкиньте, пожалуйста, ролл. Дрищ 87. Да дайте вы оптик, суку, сука, один. Трофея. Я по роллу дам, там разберешься еще. Щит. Оптикс, у тебя есть щит такой? А, у тебя хэмовский. На успех. Ну тут хоста. На успех забирает кто-нибудь? Блядь, где же мой пал нахуй? Почему я палом не играю? Так. Если у тебя хосты мало, возьми его. На камень хер с ним. Зачаришь на инту. На 37 и все. Пиздец, дожили. Люди ВК 25 от шмоток отказываются. Не, ну щит, кстати, ну щит этот нормальный. Ну, если тебе хоста нужна, и тебе хосту надо добивать, то... Ну. Так, все берем темный портал с левой стороны. Так, Войд, давай, короче... Ты у нас... Заберешь. А, давай ты половишь, а ему соло по танчу. Пробуй. Обновите бафы. Каску по шаману дайте. Ты по всем каску давай. Че делать, блядь, да? Короче, Войд, половишь эти сверки, окей? Че делать? Стой в одном компе, как скажут перебегать, перебегай. Как скажут менять цвет, меняешь. Вот, белый портал же видите, да, справа от вас? Все, нажмете по команде. Если надо будет. Так. Все стакнулись в одной кэмп. Дрищ. Че на полу? Все, все готовы. Добавим пул, включаю. 5, 4, 3, 2, 1. Во имя короля лича!
Продолжаем здесь, ничего не делаем. Касса бью я. Нахуй вы сбили, блядь. Сука. Я посмотрю, что это, блядь. Кик нахуй. А как лох может сбить касс? Где там сын? Собака. Да, собаку забить, блядь. Как лох может сбивать собакой? Войд, залей мне, Иннер. Не надо этого делать, пожалуйста, убери это, сбивание костер. Спасибо, Войд. Так, что-то не вижу. Поменяли все белпортал. Меняется все белпортал, бьем сейчас не в метке, которая крест поставил. Ну? Где ТПС, блядь? Вы чё нахуй? Вы кого били, блядь? Переходим потихонечку в другую сторону. Прохил приеду далее. Пиздец нахуй, 50% в жопу, блядь, ушло просто. Спасибо, пацаны, блядь. Меточки поставил для вас, блядь. Крест череп. Разучку купить надо. Готовимся спецспособность. Продолжаем бить, ничего не меняем. Готовимся спецспособность 5 секунд. Темную воронку взяли, темную. Темный портал взяли с бегом. Бьем череп сейчас. Переходим в другую сторону, аккуратненько только. Чикабомбони залей, Иннер. Гагаснип, залей этот гимн. Кастуй. Так, взяли это самое. Белый портал, бьем крест быстрее. Белый портал, белый крест бьем. Белый портал взяли, бьем крест быстрее. Залили. Хорошо, хоть успели. Потихонечку переходим. Еще одна спецспособность будет последняя. Пять секунд, три секунды. Готовимся. Смотрим. Продолжаем бить, ничего не меняем. Убиваем. Да я рот мотал, блядь. Ни груди ватной, ни ног, блядь. Надо кому? Что-то там песенки закончились. И все, трек прошел, полтора часа прошло. Не важно, не стану. Да. Ретрики, ноги хорошие. Забирайте. Да меня нахер ты штырить не нужно. Пояс кожаный.
Сейчас бы взял бы себе ноги, голову выбил бы, поменял бы. Против альянса не выстоять даже самым сильным... Потом ты откинешь. Чаша. Дух крит. Кинешь мне огнем потом. Трофей порвал. Чикабум, да, дрищу, 92, 98 как раз. Запускаем босса. Нормально тебя Блай придумал, блядь. Пошел по вагонам, ладно. Тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны. Ладно, хоть про меня так не говори. Я не вижу тебя в рекаунте, Блай. Нормальный вары, вон, на втором месте по ДПС. Твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Бабу нужно. Так, в Эдифюри. Танчишь босса, я на трэше. Так, ставлю метку череп, через череп играем. Потом второго моба. Сразу не врывать и дать мне нормально поставить. Так. Напорч. Сфера нас позбивает. Блять, хуму сферы позбивает. Давай, милый, ты позбиваешь. У нас нету больше некому сбивать. Отбивайтесь там быстрее, добавим полчаса включу. Чем на пол? Пять, четыре, три, два, один. На пул на не на меня надо было делать, на Удифюре. Он уже танчит. Я сказал, что босса танчит, блядь, сроки. Удифюре заводи. Череп играем. Босса, сыщу. Роги, на пульте на меня, пожалуйста. Не врывайтесь, блядь, сказал, когда нахуй я не зву еще. Флэш, блядь. На пулу дали, в череп играем уже. КД-8. Сказал, в череп бить, а не без метки, которая. Травму быстро убить.
Идеально, ты горжал. Все, вижу в дефюре. Добили быстрее. Карась, я дам под себя. Беги, Карась. Не, назад беги. Стой возле лужи, и тебе дадут боб. Я дам боб. Давай. Подходи на 2 секунды, зайдешь в лужу. Весь рейд обратно вернулся. Весь рейд обратно вернулся. Забегай, Карась. Так, второй, окей. Вот он, Вов, бросай возле лужи. Тебе дадут боб. Аккуратненько. Переходим на другую сторону весь рейд. Боб, Вов, бро, переходим. Там лужу разбить, кастеры. Он что, выкопается? Все равно разбейте, пусть висит. Все, не забегаем в лужу. В дефьюре лови босса. На ком трэш будет ставиться сразу под босса. Мелких сначала заливаем, потом босса убиваем. Еще раз говорю, в копателей по команде. Через череп. Агро у них нулевое, пока они идут. Имейте в виду. Можно играть в череп. Пусть на пол дать роги. Что у вас еще? Босса играйте, там выкидывайте. С босса бьем. Трэш, играем через череп. Быстрее трэш заливаем. Пробуем подобить. Все, переходим в другую сторону. Боб, есть у кого? Дать. Чикабум, быстрее беги. Боб, у кого плюс в речат? Я дам. Окей, кто сказал? Я дам. Чики, выйди, служат, тебе Боб будут. Боб, давай. Отлично. Весь рейд обратно вернулся. У кого еще Боб остался? Секси, твой следующий Боб будет. На Вадифюрика. Вадифюрик. На идеального, идеального. Так, без лужи. Весь рейд обратно пришел на другую сторону. Давай, Боб. Все, следующего Боба не надо было давать. Там уже босс вырвется. Забегай идеально. Все, ждем на барака, ловить босса. Босс играем. Сколько там, 55%? Блять, не переведем, наверное. Хотя... Лужи не разбивайте, трэш играть. Можете трэш начать играть. Хил. Все, в бас играйте. Наклеил смог. Скажу, когда бить трэш, подождите, пока трэш. Просто бить трэш. Сколько там процентов у босса? 3-4, не смотри. Попробуйте добить босса, я прожму сейчас. Должны успеть. Встаньте, блядь. Не успею. Ладно, добивайте быстрее трэш. Похил танка, по шивочкам. Второго моба свищу. Кипат, убегай. Беги. Кару дам на всего.
Давай. Весь свет обратно перешел. Босса сразу переводим, сколько там у меня процентов, кстати, осталось. Ноль. Да? Для переходки. 30 ровно. Сладкое. Боб есть у кого? У Расмуса есть. Давай Боб по кару быстрее, череп. Ну, есть. Не забегай пока. Сейчас вылезу. Ладно, бежите на самый край, на ком череп. На самый край беги. Все, переводим босса быстрее. Он, кстати, фаза уже. Встаньте все в миле. Да, не заводи его, у меня уже заводится. Все, не особо хилти рейд. Хилти только метки. Гер ударит, он добивается. О, тренька даже упала. А я не на сове, блядь, сука. Рулим. Войт, не хочешь попробовать на сову ее? Ну, лапчик, стопа. Это... Попробуй. Кто строил у нас Чикабум? Чикабум тебе надо? Не, лапчик строил. Лапчик строил. Лапчик, да. Сотку выкинул. Так, сфера рыцаря. Так. Ролим. Ой, не ролим. Надо кому колесо. Что там за тренинг было? Власть? Да, власть. Ай, пизду ее. Не, Войт, я, короче, видел... Пизду не триню, пизду доту. Доту? Совушка с экзаутов входит с двумя тренями, с хэмки, с 25-ки и вот табуйчики. Так это топ на совушку вроде, я помню. Ну, на офи, наверное. А что, она здесь плохо работает, что? Ну, хер его знает, я не тестил на совет, ну что у меня нету. Сколько раз она падала, я от нее ушел. Мила, зайди на этого своего. Чтоб я не ебался с игрушкой. Что мне? Съебал глусовиться. Я тоже сейчас зайду, налог. Тринка. Блять, я даже знаю, по приору давать. Конечно, по приору. Меня нахуй никто не будет брать, моя такая конченая. Ну, да. У меня такая есть, поэтому она мне тоже... Паролу давайте, короче. Ой, давай. Потому что это не тренинг, а говно, блядь. Потести, потому что у тебя же там одна триника фиговая же, вместо нее просто. Линкани мне, кстати, ее. Так, а кто-то еще один линкал? Кто не вреде? Какие у тебя сейчас триники? Дрищин лучше. Дрищин тут вреде. Один человек, кто ушел. А Була? Ушел вроде. Я тут вроде бы еще. И еще. Ой, Абдула этот. Слушай, я бы на самом деле бы Скоробей бы убрал бы.
И поставил бы вместо него власть неживых. А кондёр бы оставил. Потому что он дает 149 СПД тебе. А сколько там, в общем, 2200, по-моему?